Всем привет, друзья! Продолжаем проходить игру 22 икса, очередной забег на обычной сложности за Нину. Что ж, давайте, прежде чем мы его начнем, чего-нибудь приобретем. Здесь вот три вот таких вещички, опять же, мне незнакомых, до этого я их даже и не видел в глаза. Давайте что-нибудь приобретем. Станьте быстрым и устойчивым, как ветер. Ну, у меня, я думаю, есть деньги на все, точнее, осколки душ. Давайте попробуем приобрести все. Давайте, вот, 14. Так, максимальное здоровье, максимальная энергия. Полностью устанавливает энергию. Так, и улучшает прыгучесть и навыки сантехника. Так, еще вот 16, если мы за 10 приобретем. Я думаю, я вот здесь уже прокачанный, прям. Плюс 4 к бегу, плюс 8 к прыжку. Что ж, я действительно стал выше прыгать, ничего себе. И давайте что-нибудь приобретем. Ну, настолько здесь хватает на стандартные атаки. Наносит больше урона. Что ж, больше мы ничего менять не будем. У нас здесь останутся вот эти постоянные улучшения включенными. И, ну, вот и мы купили, соответственно, все, что вот вы видели до этого. Ну, играем мы опять же за Нину. Что ж, ну давайте, погнали. Очередной забег. Да принесет он нам удачи. На обычной сложности пока еще. Так, ну что ж, давайте будем надеяться, что у нас здесь оружие будет стоящее. Так, рывок по четырем направлениям. И вот оружие. Оружие неплохое, друзья. Лучше, чем здесь одно из трех оружий, которое стреляет только в прямом направлении. Что-то наподобие огнемета. Ну, у меня вот такие ассоциации с данным всем оружием. Потом я вам покажу, о чем я говорю. Но я думаю, может быть, вы прекрасно все понимаете. Вот, ну, возможно, просто я еще к нему не привык, поэтому у меня есть проблемы с этим оружием. Да, вообще поиграть надо будет за разные пушки, то есть будем проходить. Да, ну для начала, я думаю, надо хотя бы попробовать хоть разочек пройти, потому что несерьезно играть, менять какие-то режимы, все менять, когда мы даже ни разу не прошли. Я надеюсь, у нас в скором будущем это получится. Вот. Самое сложное, напомню вам, что это вот последние уровни. Это вот 7-8 уровень, он самый сложный. Вот. И ну а дальше 9-10 это не то что сложные, но это просто ад, я его называю. Не представляю, что будет на самой высокой сложности. Да, но с другой стороны, если научиться играть хорошо, то и все уровни будут не такими сложными. Так, давайте попробуем. Ну, пока не создается проблем с этим боссом. Так. Один разочек он. Или два. Один разок он все-таки нас зацепил. Ну, один разок, это не так много. Были близки к тому. Так, что это враги роняют больше болтов. Отлично. Были близки к тому, чтобы в сухую уничтожить его. В данном случае так возьму силу атаки. И здесь у нас что? Здесь у нас здоровье, ну, у нас все есть. Осколки душ. Три штуки, спасибо. Из данных боссов давайте я пойду все-таки на астральных близнецов. Странные близнецы, наверное, наиболее такие вот сложные из всех трех представленных боссов. Так, здесь у нас... Ага. Вот если научиться прокачивать эту способность, то есть научиться играть... Не прокачивать, а научиться играть, заряжая свое оружие, то неплохая способность, когда следующий выстрел после заряженной способности, опять же, будет заряжено оружие. Оружие, друзья. Опять же, будет заряженное оружие. Вот. Я был бы очень рад, если бы появилось такое улучшение. Но пока с улучшениями у нас все тихо. Именно на уровнях. Потому что в начале самом
немного улучшились. А точнее, даже не скажу, что немного. Достаточно мы улучшились. Так, я ее просто не заметил, друзья. Так, отлично. Отлично. Так, ну что ж, теперь нам что надо? Теперь нам надо просто прыгать. Так, здесь вот так. Аккуратненько. Аккуратненько, Нина. Так. Дальше мы по стенке. Опять вот. Сейчас вот. О. Так, ну что, опять болты. Ну, это неплохо. Так, опять давайте я здесь. Я теперь попробую пойти. Может, что есть то еще. Вот переработка хлама. У меня 22 болта. Ну что ж, 22 болта. И что мы возьмем? Так, у нас есть здесь способность. Опять же, энергия и шанс воспользоваться автоматом бесплатно. Что ж, с точки зрения логики, наверное, я возьму бесплатно шанс воспользоваться автоматом, потому что здоровьем у меня во многих раундах возникали проблемы. Вот, так, во всяком случае, я буду тратить меньше болтов. Так. Нам не туда. Я сделал не то. Прыжок нам не помог высокий, мы не допрыгнем все-таки. Ой. Так, ну вот это вот не очень такая вещь. Не шутка вот это по направлениям, потому что иногда вот я, ну, может быть, я просто туплю. Сейчас мы подвосстановим здоровье. А здесь есть восстановление? Нет, здесь нету. Здесь энергия, которой мы пока благополучно не пользуемся. Вот. Ну, пока ничего стоящего из способностей мы не находили. Так, что ж теперь, давайте опять. У меня 11, я не уверен, что там что-то будет стоящее. Ну, конечно, здесь ничего не будет, потому что мы на этом уровне уже заходили сюда. И осталось только то, что мы видели. Уже. Так, ну что ж, у нас этих вот два астральных близнеца. Да, давайте мы будем смотреть этот ролик. Уже мы с ними встречались. Давай. Очень хорошо. Давайте вас двоих. Ой, так. Ну все, сейчас должны умереть. Так, один минус. Так, ну что нам теперь? Нам дадут больше бронирования, друзья, враги. Ну, у меня они пока вообще не роняли. Вот эту способность возьмем. Которую я буду не использовать, конечно же. Так, ну здесь давайте мы возьмем. Давайте небесный фур, небесный храм. Так. Но сразу вот такой элитный боец пытается убить нас, но у него ничего не вышло. Ага, дурачок. Плохо тут вышел у меня. Давайте, так. Я все-таки возьму 5 болтов. Мне стоило одной жизни. Так. Вот. Вот эта вот способность меня спасла. Спасла в данном случае. И слава богу. То есть по факту это как двойной прыжок, только... только один равный. Ну, вот если мы прыгнем еще вверх. О, неплохо получается. Ну, то есть к этой способности, вот к этому прыжку двойному надо немножко просто привыкать. Он немного не такой, как мы привыкли. Нажатием не той кнопки он делается. Не двойное нажатие прыжка. Вот. Давайте посмотрим, потому что было сказано, что враги роняют броню, а броня, в принципе, нам не помешает. Это сделает прохождение уровня чуть безопаснее. Ну, а если быть точнее, то можно совершать больше ошибок, которых я не хочу совершать. Но с
силу своей неопытности я буду их совершать в любом случае. Наверное, эта игра была бы куда легче, если бы я играл, может, в Мегамена какого-нибудь. Я слышу, просто игра сложная. Мегамен. Вот, но, друзья, Мегамена я не играю. Хотя я представляю, как она выглядит, данная игра. И не играл, соответственно, не играю и не играл. Может быть, в будущем я поиграю, попробую пройти. На своей шкуре попробую, что это такое. Так, ну для начала. Так, здесь у нас что? Единица здоровья, и у нас там один болт. Так. Так, давайте вот. Так, так, а там что-нибудь есть? Так, ну здесь нет, ничего нету, поэтому пойдемте вперед. Так, ну сейчас бы неплохо было бы жизни. Но у нас здесь не жизни, ничего, здесь энергия. Энергия, которую опять я не использую. Вот эту способность ее надо использовать. Она очень-очень помогает от ненужных попаданий каких-то либо там выстрелов. Вот, давайте попробуем стража убить этого кура. Так, пока все легко. Он, как я помню, вверх. Ой! Рановато. Вот это плохо. Опять плохо. Ну все. Или, в общем, он нам доставил немного неудобства, но в целом получилось неплохо. Так, ну здоровье еще не полностью установлено. Очень слабо у нас со здоровьем. Если не ошибаюсь, мы вообще ничего не брали. Давайте возьмем теперь вот этого вот. Вот, а со смерти. Так, ну что ж, уровень сойдет. Это хороший уровень. Так. Немножко будем замедляться в прохождении. Потому что жизнь у нас хоть и зеленые сейчас показаны, но они далеко не показатель качества. То есть сейчас у нас усложнилось все, поэтому эти жизни, они сейчас зеленые, а полосочка вот в следующем уже уровне она красная. Вот, поэтому будем стараться аккуратненько проходить. Так. Давай, стреляй. Ну, ах. Так. Давай, попробуем. Вот. Да что ж, вот, видите, вот это вот, это просто ненужная потеря. Так, ну вот здесь у нас наконец-то вышло. Так, здесь у нас тоже. Так, ну что у нас дальше? Дальше мы пойдем сюда вот. Явно нас что-то ждет наверху, какой-то подарочек. А может быть там переработчик хлама, посмотрим. Нет. Это интересно. И это способность наносит больше урона. Ну пусть будет так. Так. Получилось. Так, вот первое. Первый забег зона славы. Бегите, просто бежать. Давай сначала уничтожим этих. И попробуем бежать от этих птичек. Так. Так, я не хочу, все, я выхожу, потому что у меня нет жизни, и если я сейчас нашел броню, и у меня еще будет ящичек. Так. Давайте я возьму, потому что кто-нибудь откроет. Так, ну что ж. Хорошее было решение. Хорошее было решение не бежать, потому что я бы проиграл.
сейчас бы мы уже начинали либо второй забег, но, скорее всего, я бы так быстро бы умер, я бы второй забег начал бы, либо закончили бы так, но пока все хорошо. Переработчик хлама, ну вот, теперь нам надо точно жизни взять. Так, ну что ж, 25, все понятно, больше энергии, больше брони, и что это? Энергия. Так, ну давайте вот так вот возьмем. Ну вот, теперь можно идти на босса. Так, на босса. Так, можно вот спуститься. Отлично. Получилось быстренько. Так, а у нас плюс 6 к урону. У нас больше даже прыжки, вот это вот все, да? Опять здоровье, опять хлам. Ну давайте опять здоровье возьмем. Ага, набрал, вот дурак. Ну ничего. Так. Мертвый лотос. Мертвый лотос, здорово, дружище. Так вот, мертвый лотос в форме сутка. Так, быстренько мы его. Давайте здесь его. Быстренько, вот так. Очень хороший вот этот урон наносит. Я надеюсь, у нас здесь не будет проблем с этим, с этим лотосом. Давайте еще раз здесь. Ага, молодец. Так, давай. Сюда, вот. Давайте вот еще вот так вот сделаем. Вдруг, если какой-то снаряд полетит, то нам будет проще. Так, ну что ж, минут 34 у нас еще оставалось. Посмотрим, что нам здесь дают. Нам дают ускоряет атаку. Скорость атаки повышена. Что ж, я... Ну, похоже очень, что чуточку увеличиваю скорость атаки. Стреляю по боковой траектории, нам это не надо. Максимальная энергия, давайте возьмем энергию и пойдем дальше. Так, ну что ж, вот буквально недавно мы были на грани от того, чтобы умереть. А теперь в итоге у нас что? У нас правильно, полная жизнь и еще 4 брони. Ну что ж, неплохое начало у нас для 5-го раунда. Смотрите, здесь еще броня. Две брони. Так, главное, аккуратность. Так, аккуратно идем. Сейчас еще вот одна пчелочка. Так, вот главное, здесь вот. Аккуратно. Давайте зарядим, я опять забываю про это. Нам тогда будут никакие вот эти вот не страшны. Хотя вот сейчас вот зацепили немного, но ничего страшного, это мелочи. У нас есть еще броня. Хотя, конечно же, я бы не хотел броню тратить, но основная жизнь еще не тронута. Давайте еще. Так, вот опять броня зацепилась. Так, будем аккуратненько здесь. Ага. Главное не терять концентрации. Так, давайте. Успели. То есть сейчас мы отразили возможный урон со всех сторон. Опять же, благодаря вот этой способности угового огня. Так. Ну что ж, теперь. А, вот это вот урон не отражается. Так, давайте спокойненько. Полностью зарядим. Так. Броня. Жалко, что у нас здоровье не дает дополнительную броню. Было бы очень неплохо бы, если здоровье заполнено, то нам дали бы броню. Тогда мы бы сейчас были бы полностью экипированы. Полностью защищены. Так. Ага. Давайте урон, конечно же. Плюс 2 к силе атаки. Ну и все. Здесь у нас все. Жизнь у нас полная. Пойдемте дальше. Так. Ну что ж. Босс. Ну, перфоратор. Здравствуй, дружище. Аккуратно.
сформировалось, отлично. Потратились немного с жизнями, да, но это того стоило. В принципе, хороший бой. 2 единицы здоровья в начале каждого уровня. Теперь бы 2 единицы урона в начале каждого уровня. Или вот тот, ту способность, которую мы взяли, где у нас чувачок такой горящий, даже может мне почему-то он показался как в форме Венома, друзья. Ну что ж, давайте посмотрим, что здесь. Ну, здоровье. Здоровья дают очень много. После того, как мы чуть не погибли, нам начали давать здоровье. Давайте возьмем вот эту вот неугасающая звезда, потому что очень сложный босс, на мой взгляд. Такой вот один из сложных боссов. Да, позвольте, я сделаю глоточек кофе. Один. Ага. Ну ничего, нас зацепили. Я думаю, мы верстаем. Упущенное. Остановим жизни, тем более они даются. Я надеюсь, и в этом раунде не будет исключений. Мы аккуратненько пройдем его. Так, ага, ага, я не заметил, друзья, я что-то вот этот момент упустил, что здесь у нас есть вот такая вот штучка, да? Ага. Ох, ох. Да, ну уже ощущается, ощущается, друзья, что... Так, что я буду делать? Я возьму ее. Вы знаете, друзья, я возьму эту способность. Она не то, что совсем прям супер, но... Она не ухудшит моей ситуации. Так. Тем более у нас сейчас что? У нас сейчас еще и скорость урона увеличена. Ага. Очень такой неприятный уровень. Броня еще. Так. Так, это я уже что-то взял. Но я тут двигаюсь опять как танк. Как танк двигаюсь, поэтому начинаю много урона получать. Так, а давайте попробуем вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Так. Ну вот, аккуратно, пока мы идем. Получилось. Получилось пройти. И здесь получилось. Тоже пока неплохо идем. Давайте. Так. А, чуть-чуть зацепил. Ничего. Что ж, такой сложноватый уровень сейчас был. Но мы опять вот восполнили немного здоровья. Сейчас еще переработчики хламушек будет. Отлично. Опять же, давайте 25 вот это вот. И враги роняют больше здоровья или урон? Урон или здоровье? Слушайте, я возьму, наверное, все-таки урон. Хотя, наверное, логичнее было бы взять здоровье. У нас обычно с ним проблема. Хотя у нас проблема с ним, потому что мы умираем. А умираем мы потому, что не успеваем убивать наших врагов. Ну, не всегда, конечно, это причина. Ну что ж, я думаю, сейчас мы убьем его. Да, мы убили. Такой неприятный босс. Так, что у нас? Враги роняют больше болтов. А сколько у нас уже его? У нас его 2. Тоже неплохо. Больше болтов. Богу болтов. Так, энергию увеличим. Здоровье пополнили. Осколки душ. И у нас еще 2 босса. 2 босса. Давайте острый шип или... А, у нас, смотрите, у нас остался, кстати, Морозор. Тут и тут Морозор. То есть один и тот же уровень. Но давайте начнем с этого.
Так, вот сейчас мы сначала, конечно, сначала убьем и выполним один глоток кофе. Угу. Спасибо. Так, броня. Так, что-то особенное? Нет, не особенное. Отлично. Берется по-своему. Так. У нас тут два сложноватых уровня. Вот он особенный. Враг. Так, у нас уже 34. На следующий уровень набрали. То есть, на следующий забег. Так. Я думаю, я не пойду вниз. Ай! Скользко. Скользко. Так, это у нас что? Это у нас энергия. Энергия нам не нужна. Опять забыла. Вот этот вот автомат с энергией, он напомнил мне о том, что я могу пользоваться одной интересной способностью. Но почему-то я ее опять игнорю. Точность. Что надо сделать? До конца не получив урона. Так, получилось. Получилось пройти. Да что? Сниженное время зарядки. Ну что ж, неплохо. Я, конечно, редко этим пользуюсь, но все же. Иногда заряжаю свои руки. Где энергия? 4, точнее, в сумме. Непонятно. Точнее, это непонятно для этого непонятного врага. Так. Не успел. Так, плюс 5 болтов. Хорошо, хорошо. 39 болтов. У нас еще есть возможность что-нибудь купить, если у нас будет магазинчик этот переработки хлама. Так, это неудачный был прыжок. А куда здесь нас? А, ну здесь понятно. Сейчас будет очень интересно. Я попробую, конечно. Ага. Давайте я возьму, хотя, конечно же, улучшения ждать не придется, потому что усиление оружия за счет того, что мы два раза его возьмем, здесь не получается. Поэтому впустую я пробежал туда, но я надеялся, что может быть что-нибудь такое, какое-нибудь улучшение хорошее мы возьмем, но не вышло, не вышло. Мои надежды не были оправданы. Ну ничего, ничего, сейчас мы... Давайте возьмем, почему здесь вот, дорога есть, надеюсь, или нет, нету. Мне кажется, нету. Ну что ж, остается надеяться, о, здесь тоже у нас ничего нету. Единица здоровья, и это будет у нас болт. Болт, спасибо, игра. Но я, пожалуй, откажусь от этого. Острый шип, привет, друг. Ты у меня идешь. О. Напряженный момент. О, убил. Убил. Поначалу очень много жизни потратил. Фу, ну все-таки получилось. Мне его добить. Повышает урон от атаки, снижает урон от способности. Ну давайте посмотрим, как это будет. Здоровье, атака. Ну что ж, я думаю, неплохо. И тут же мы сделаем сейчас урон от способности и максимальную энергию повысим. Немного подзаправились. И давайте дальше. Кто у нас здесь? Злой лик. Злой лик.
у меня складывается ощущение, что он, наверное, попроще все-таки там. Там у нас как-то он активно делил на страх. Что у нас здесь? Что здесь? Что здесь? Бегите. Давайте попробуем. Попытка номер два. Если не получится, и к черту с ним. С этой попыткой. Так. Получилось. И у нас что это? Ну что ж, неплохо. Неплохо. Давайте. Дальше у нас плюс 15 атака. Очень-очень надо восстановить здоровье, восстановить энергию. Если получится, конечно, если нам дадут это сделать. Я сейчас очень как сконцентрирован на игре, потому что восьмой уровень, надо все-таки как-то дожать этот уровень и перейти на следующий. Так, что у нас здесь? Я не знаю, что это такое, поэтому я, друзья, беру эту штуку. О, это что, это получается я вот летать могу просто на поверхность? Ну, я во всяком случае не вижу каких-то изменений. Так, позвольте. Давайте, набрали жизни. Осталось набрать энергии, и я буду полностью готов к войне. Давайте вот так сделаем. Так, какая-то статья такая интересная. Мне уже надо бы уже прийти к боссу-то. Так, ну что ж, вот это уже очень интересно. Ой. Немного перестал осознавать, что происходит. Так. Фу, 104 у меня хлама. Давайте зайдем. Усилимся. Я возьму что? Не надо. Ускорить атаку. Энергия. Доп здоровья. Так, я возьму сейчас все просто. Я просто укомплектован. То есть, вот энергия. Да, друзья. Теперь мне спокойно за мое будущее. По крайней мере, в этом бою. Я думаю, уж злого мистера, злого Лика мы как-нибудь победим. Врагов очень много врагов здесь.
Так, не очень нравится это все. Очень долгий босс у нас будет, друзья. Очень долго. Либо у меня такой урон слабый, либо просто потому, что он правда долговато немного. Очень-очень-очень-очень-очень долгий. Нам бы вот способность стрелять. Нам чуть-чуть надо. Три жизни, и мы тоже не так-то много осталось. О, меня спасла эта способность, которая наносит отражение урона, поглощает, точнее, патроны. Вот, помогла. Не знаю, наверное, может быть, это связано с тем, что у меня слабовата атака. Ну что ж, мы дошли наконец-то до 9-го раунда, и я надеюсь просто, что сейчас у нас получится. Ага. У нас, я уже вижу, получил, потому что, друзья, у меня нету. Это очень плохо. Я сейчас просто умру, потому что вот эти вот стреляют. О, получилось у меня качественно отработать моими прыжками в какой-то веке. Так, здесь не торопимся, пусть постреляем туда немного. Надо постоянно стрелять, жалко, здесь нет урона сквозь стенки. Это что? Это у нас, ага, она защищает чуть-чуть штука, появляющаяся платформа. Так. Я не знаю, как вообще проходить. Это случайно я упал. Случайное падение вниз. Я вообще без понятия, потому что способности мы все потратили на злого лика. Так. Так, ну что, здесь надо аккуратно просто стрелять, идти стрелять. Энергия. Так, пока хорошо идет. То есть как хорошо? Ну, насколько это вообще возможно? Хорошо идет. Так. Получилось у меня. У меня пока просто получается это. Я даже сказал это в случайности.
небольшие случайности случаются. Так, 10 из 17. И я потратил тут же жизнь. Пожалуйста, 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 пожалуйста. О, так, это так. Сложный был бой. Ну, я думаю, мы сейчас справимся. Так. Кто здесь? Ой, это я не ожидал. Так. Так. Вообще есть шанс, что я дойду хотя бы до босса. У меня кажется, что я сейчас потеряю все какие-либо шансы. Да, я потерял шансы. Моя криворукость. Ну ничего страшного, друзья, вот я вам продемонстрировал уже 9 уровень, я потихонечку начинаю все продвигаться дальше. Вот, вернулся на ковчег, 39 минут, это 40 минут, мы вот бегали. Что ж, вот такой вот уровень у нас, вы обратили внимание, что стало сложнее. Я думаю, я вот постоянно... О чем я думаю, да, вот о чем я думаю постоянно, что мне кажется, если... бегать по уровню максимально, максимально, да, собирать все и стараться там успевать еще и ящик убивать, то есть возможность прокачаться просто побольше, и тем самым нам будет легче именно в конце вот забега вот этого вот 9-10 раунд. Там еще 10 раунд есть, друзья, и он тоже не из легких. Вот, но я думаю, об этом мы обсудим в следующем забеге, потому что сейчас я уже забег делать не буду, а вот попробуем. Наверное, следующий забег я посвящу детальному изучению уровней, ну, по максимально возможным, и еще с точки зрения, чтобы успеть нам добежать и выбить тот сундук с сокровищами, вот, который дается после босса. Что ж, на этом я заканчиваю, друзья. Вот такой вот был забег, наконец-то мы прошли основные уровни, добрались до 9 уровня. Вот. Я надеюсь, скоро мы уже и пройдем игру. У меня один раз получилось. Еще раз я вот хвастаюсь, да, вот так вот. Небольшое хвастовство. Ну, пока это лишь слова. Сами вы этого не видели, кто смотрит данное видео. Что ж, спасибо большое за просмотр, друзья. Подписывайтесь, если кому интересно мое прохождение. Будут еще другие игры. Вот, а теперь увидимся в следующем видео. Всем пока и всего хорошего.